Друзья, всем приветик! Мой отель, ну не мой лично, но вообще. Друзья, всем приветик! Меня зовут Виолетик, но вы, в принципе, знаете, вы, в принципе, в курсе. Как вы уже поняли, я в данный момент и в ближайшее время нахожусь в Праге. Я буду скучать по тем комментариям, типа «вали на работу», «иждивенка», «беженка» и так дальше, но факт остается фактом. Теперь я в Праге. Не в Германию, вы поняли. Сейчас я вам сделаю рум-тур. Покажу отель. Вот так его. Ну, плохо видно. Так что давайте сделаем рум-тур, обзор на гостиницу от Виолетки Конфетки. Но я, забегая наперед, хочу сказать, мне все понравилось, все круто и все классно. Ну что, давайте посмотрим. Внутри отеля какая красота. Так, все, пойдемте. Мимо холла. Ну, гляну, красиво тут. А? Моя инкогнито. Чуть-чуть купили алкоголя в Lidl, да? Я так, it's me. Ну что, лифтик? Let's go, let's go. Сделаем обзор. Такой обзор, такой рум-тур. И ты как загадочный, такой инкогнито. Хлопец, 2 метра ростом, все мое, все мое. Так, ну я хочу сказать, что мне нравится этот отельчик. Let's go, давайте все-таки. О, моя сумочка. Ну, це не про це. Роскошный холл. Все, кстати, очень чистенько. No smoking, курить нельзя. Хорошо, я и не курю. Ну, открывай же, давай же. Ну, це нормальна дитина. А може, кстати, розмагнітилась? Да? Таке теж бува, да. Ну що, йди на ресепшн. Мінять. Класний, да, рум-тур? Ну, нічого. Розмагнітилась. Случилась непредвиденная просто ситуация. Карточка размагнитилась. Ну что, пошли менять карточку на ресепшн. Друзья, что я хочу сказать? Такое, кстати, бывает очень часто. У нас тоже в Турции, когда мы работали в отеле, тоже были такие вот карточки. И нас сразу предупреждали, что карточки размагничиваются, поэтому нельзя их носить ни в коем случае рядом с телефоном. Я думаю, что сегодня с телефончиком поносили, и карточка размагнитилась. Но ничего, сейчас я все равно покажу рум-тур. Сняли. Так, понимаем новую карту. Провочку урвали. Кирилл. Небо, может, так, да. Так, я там домыслим. О, все. Ми ти вже на чешські матюкатися начав. Ой, клас. Я зараз швидко переобуюсь. Прийшло, пан. Кстати, купили в H&M, скільки вони там, вроді би, за 20 євро. Такі класні, такі м'ягусенькі. Такі отлічні. Зараз швидко пригаю і роблю для вас рум-тур. Друзі, покажу вам цей огромніший шкаф. Шкафчик. Шкафчик такий, знаєш, як СССР. Так, ми закрились, єлі відкрились, аби закриватися. Так, давайте. Туалет. Ну, туалет, кстати, віддільно у нас унітаз. Ну, блін, які класні тапулі, взагалі. Сказка. Так, отлично. Так, пойдемте посмотрим ванную комнату. Ти сам сказав, щоб тобі не вбирали. Так. Ванна шикардосик, друзья. Так, опущу чуть-чуть. Підскочилася. Хто мені писав? Віолетта, ти так поправилась. Друзья, ну не об кості ж биться. Посмотрите, які прекрасні сочні форми. Так. Бажаю, такі штучки, такі зеркальця.
Все красивенько, все чистенько. Подивите, просто красота. Яка краса. Кстати, купила торф в ванну на 20 минут. Вообще класс. Такая черная ванна. Боже, який грязный. Ну, нас, кстати, не убрали. Господи, який грязный. Капец. Друзья, это вообще... Я буду тут уборщица, клининг, конечно. Так, щеточки. Ну, щеточки мы отдельно покупали. Вот их косметика. Ну, я даже когда останавливаюсь здесь или в отелях, ну, или где угодно, в хостелах, я поняла, что лучше все возить с собой. Вот, пожалуйста. Пасту с собой, все. Бомбочки, кстати. Можно ванну принимать. Так, а вот это косметика, ну, это была уже здесь. Косметика, да, вот она. Так, ванна. Ну, ванна, в принципе, хорошая, просторная. Огромная ванна. Я сделала дальше, вот, посмотрите. Прекрасно, чистенькая ванна-комната. Ну, это уже мы покупали. Вода теплая, горячая, холодная. Все как надо. Так, пойдемте дальше. Ну, вообще классно. Лилетка уже помыю уже, ладно. Помыю уже. Ну, где тут свет включается? А, вот это и весь свет? Да. Ты серьезно? Да. Ну, бреши, включи свет. А, ну ладно, так. Ой, ну так плохо видно. Вот такая комнатка, кровать. Все красиво застелено. Кстати, мы с тобой застеляли, да? Ага. У нас никто не убирался, я так понимаю? Да. Ну ладно, дивіться на наш беспорядок. О, господи, на морские носки, вы представляете? Морские носочки. Вино. Да, вчера пили. Сходишь, помыешь? Для новых. Алкогольных сходок. Так, посмотрите, какая красота с окна. Ну, я не буду аж туди залазить, друзья. Я вот просто вийду и покажу, что там вид, он класний на елочку. Вид с окна просто вообще волшебный. Красота. Я довольна. Так, ну тут разбросаны вещи, ну ничего страшного. Я тут, кстати, прикупила носочки в H&M, такие классные вообще, суперские, суперские носочки. Зачем ты горчишь? Ну зачем ты горчишь? Он прикалывается надо мной. Посмотрите, как во всю стену просто. Яке зеркало, не приближайся, тебе нельзя снимать на видео, ты шо? Красота, да? Вот когда я довольна сым. И везде вот, что значит мужик? Везде носки, глянь. Ну, это ж просто хохма. Везде носки твои, ты чуешь? Хихикаешь там. Глянь, везде носки, капец. Истинный мужчина поразбрасывал уже носочки. Так, я уже снимаю на прекрасном фоне. Вы уже посмотрели этот мини-отельчик, наш мини-номер, в який мы просто еле попали, потому что эта карточка размагнитилась просто, капец. Хотя поменяли, кстати, очень быстро, в течение 5 минут, это с тем учетом, что с 5-го этажа спуститься на ресепшн. Так что прекрасно. О, смотри, вот какой красивый фон просто. Кстати, это ж чешский мост. Открывают уже шампанское. Сегодня напьюсь, буду пить. Ну а что делать? 2 бутылки шампанского. Что ты смеешься? Ну да, я правда, я редко пью, поэтому и смешно. Так, друзья, ну что, вы напишите свое мнение, как вам это маленькое уютное гнездечко. Как по мне, просто волшебное, просто шикарное. Блин, я не сразу заметила, что это мост. Слушай, ну красиво. Это именно этот... Черный Пражский мост. Слушай, ну красиво. Друзья, желаю вам приятных выходных. Я вам еще поснимаю
просто рождественскую Прагу. Я думаю, вам очень понравится. Конечно, это не сравнится с хостелом, где я была в Гамбурге. Там вообще был капец. Просто жесть. Жесть несусветная. Понимаешь? О, так даже вот. Отлично. Так даже лучше. Здесь полная отличная шумоизоляция. Ой, нам уже чистят апельсинки. Сейчас я покажу свой богатый стол, друзья. От меня уже ждет шампанское, посмотрите. Боже, какая красота. Вот так особенно. Ой, это шо, вау, раз. И елочка. Слушайте, ну очень красиво. Просто превосходно. Мне, кстати, нужно сделать маникюр. Но вид вообще шикарный. Елочка, елочка, мне нравится. Не шуты. Так, шампанское вот это взяли. Не знаю, хорошее или плохое. Буду пробовать. Как тебе шампанское? Супер шампусик, да? Друзья, ну вы поняли, да? Романтик. Я вас вот посвятила в свой романтик. Ну это просто волшебно, просто шикарно. Зачем ты хлопаешь? Боже, який противный, капец, я не знаю. Це просто невозможно. Так, от. Боже, противний, а сміється з мене, не сприймає мене як блогера, взагалі, від слова зовсім, ну, я не знаю. Ну, друзі, ну, це взагалі, ну, і сказати нічого, розумієте? Все, друзі, ви посмотрели мой шикарний рум-тур. Як змогла, ну, як змогла, так і зняла, ну, самі розумієте, все. Я, в принципе, номером довольна, номер прекрасный, красивый вид, от центра вообще на такси буквально сколько? Ну, минут 10, да? На троллейбусе 10 минут. На троллейбусе, а ты ездил в этом троллейбусе? Да. Ну, на машине, конечно, минут 10, друзья. Но мы не ездим на машине, мы пользуемся городским транспортом, общественным транспортом. Так, друзья... Все, всех целую, всем пока. Сделала для вас такой маленький рум-тур. Все, до новых встреч. Друзья, не забудьте поставить лайк на это прекрасное видео. Мой такой домашний влог. Все, друзья, всех люблю.